Всем здорово. Ну чё, продолжаем нашу планету воскрешать. Блин, ну с Марса уже прям прикольно. Моря, все дела, проливали, телетили. Так, что мы в этой серии будем делать? Перед лицом прям крутим. Так, у нас этот уран нам нужен. Почему много урана? А, сейчас по совету ловика я слетаю и посмотрю за мостиком золотой. Он дуб должен лежать. Кстати, тоже пригодится. Где-то там в скалах, блин. Второй рецепт, это хорошо. Бриндес, надо ее воды. Ну, в принципе, божески, нам сперва нужен. Да, нам нужен вот этот вот уран. Чем много урана нам надо. Есть вода, есть алюминий, сейчас выложим, воду возьмем. Есть у нас еще. Так вот, можно за ураном. Да, за ураном, надо вперед туда. Ладно, сундук золотой потом найдем. До этого кольца я добирался.
когда последний раз я в нем был, воды здесь не было. Бред, все не то все. Рискнем туда вперед полететь. Род у нас нормально. Водой беда. Вода, ладно, хрен с ним. Будем как мы справимся. Что я делаю, жопа? Все мертвым мертвым. Шаг. Могу долететь. Здесь вход есть. Что там?
Ну ладно, вместо урана хоть иридий нашли. Какой-никакой на улов. Вздрынный редим нашел. Неплохо заглянул в пещерку. Рано лететь на базу, сделайте иридиевые спиты, дрыны, держни. Ну, в принципе, так тоже можно. Нашел его. Я сейчас вернусь за ним. Открывал комментарий прочитать, где он лежит. Неслась дальше. Что сейчас собираем там? Блин, цены. Блять, тут все заполнено 7. Сука. Ладно, давай вот эти выложим, бочонки все. Хули тут железо сделать, не пойму. Из-за семена так семена.
полный. Раз, два, пять, шесть, семь. Три надо, у меня только один. Выстроить первый реактор, ну такой себе. Блин. Медленно, уверенно до МХ идем. Что там, кстати, по электричеству-то? Что-то по сушами. Хули здесь семена делают? Уже места некуда класть. Давайте пойдем водоросли проверим. Точно есть. Пистолик сделан, там поставим статуэтку. Получилось 21 минута, в принципе. И сохраняемся. Вон у меня. Короче, вот такая вот серия. Небольшая. Проблемы там были. Ладно. Народ, давайте. До следующей серии.